Самые свежие фермерские продукты из Нижегородской области все сразу и в центре города. На площади Минина открылся фестиваль-ярмарка «Урожай». До следующего четверга на главной площади города будут торговать собственной продукцией фермеры из районов Нижегородской области. А в выходные планируется концерт на площадке и будут работать аниматоры. Место должно быть такое знаковое, доступное для всех, удобное для и для парковки добираться. Мы здесь видим, что на этой площади расположилось достаточно много продавцов, производителей. У нас здесь есть техническая возможность обеспечить и безопасность, и ветнадзор. Мы сейчас с вами видели передвижную ветеринарную лабораторию. Мы, как Минсельхоз Нижегородской области, организовывали приезд сюда сельхозтоваропроизводителей. Собирали, так скажем, их с района. Всего здесь на данный момент в течение всего периода прохождения выставки будет представлено около 30 сельхозтоваропроизводителей, порядка из них 20 крестьянских фермерских хозяйств, около 5 предприятий пищевой перерабатывающей промышленности и порядка 7 организаций потребительской кооперации.